Логистические центры появятся вокруг Астаны. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек. По его словам, жители городов и сел, расположенных рядом, будут заезжать в город на автобусах, оставляя свои машины за его пределами. Он отметил, что это мировая практика. Центры создадут на 5 основных направлениях. Будут создаваться логистические центры, до которых будут доходить крупные автобусные маршруты, или люди могут оттуда доезжать на своих на легковом транспорте и потом пересаживаться, например, если они едут в центр или в те места, где сложно найти парковку или дорогая парковка, пересаживаться на общественный транспорт. Во всем мире вокруг крупных городов существуют такие центры. Ежедневно в столицу заезжает более 200 тысяч человек и 30 тысяч автомобилей. Это оказывает сильную нагрузку на инфраструктуру. Количество жителей растет не только в главном городе, но и в населенных пунктах вокруг столицы. Официальный рост за последние несколько лет составил 72%. В самом городе Кошче у нас зарегистрировано официально 52 тысячи горожан. На де-факто проживает 112 тысяч. Поэтому сегодня эти вопросы как раз мы и подняли на уровне правительства, потому что вы знаете, что мы планируем одни мероприятия на определенное количество населения, но потом она не может иметь свое завершение, потому что необходимо, например, эти ветки теплоснабжения, электроснабжения дальше продолжить. А это требует корректировки.